Региональному сосудистому центру исполнилось 15 лет. Медучреждение оснащено самым современным оборудованием. Ежегодно врачи спасают более 5000 человек, переживающих инфаркты и инсульты. В медучреждении есть все для комфортного лечения и реабилитации пациентов с тяжелыми заболеваниями. Однако главным богатством здесь считают не сверхточные машины, а сотрудников, которые за 15 лет непростой работы добились снижения уровня смертности благодаря профессиональным навыкам и оказанию всех видов оперативного лечения. За 15 лет мы шагнули очень далеко в отношении снижения цифр, да? Снизилась смертность от инсультов, инфарктов, от болезней системы кровообращения, снизилась летальность, это то, что происходит в стационаре, от острого инфаркта и острого нарушения мозгового кровообращения. Но помимо этого, за всеми этими цифрами стоят люди, живые люди, которых мы спасли в этих центрах. Всего в региональном сосудистом центре работает около 380 врачей. Благодаря высокотехнологичным методам оказания помощи удается спасать людей даже в самом тяжелом состоянии.